А что игра не ищется? Блядь, засейви эту хуйню. Так, да. У него все шансы есть сейчас. Чисто время. Разрать? Бубу. О, блядь, ебать он забайтил все-таки. Повезло, блядь, ему на самом деле. Там прямо у бачка прям. Таран, таран, таран. Ни хера себе таран. 44 бодрее перезаряжается. Тут можно даже не париться. Он еще и он еще и буст юзал. Единственное, попал. Не пробьет. Не пробьет, конечно. Да он пушку не попал. Вот, блядь, когда я не атакую на сутуинтик, блядь, мы просираем. Когда я атакую на сутуинтик, мы выигрываем, но я сдыхаю. Поехали. Первым. А сильные танки всегда начинают выносить в первую очередь. Например, мое дерьмо настолько безопасное, что в него особо никто даже не стреляет. Хотя, ну знаешь, чисто по приколу пожар там здесь бывает. Не, я имею в виду логику, если ты учишь. А, ну это да. А где он? И он же только что здесь был. А, ну хит! Максимально. Это очком заранее. Официант, принесите мне то, что я никогда не пробовал, да? Тьфу, тьфу, блядь. Дерьмо какое-то. Это хуйня. Я не обновил. Когда тиммейты дали попробовать скилл на вкус, знаешь? На вкус у людей мой чуть не подавился. На этом все. Я чуть очко взорвался. Не пизда, по-моему. 3-4. Да. Тебе даже по карте просто так не получится ехать. Умер. Ты что, убил ВТшника, которого я задамажил? Я убил ВТшника после своей смерти, а тем больше. А тебе должны были мертвую руку. У меня тупо, знаешь, как будто бы лосс 5000, знаешь? Вот когда у меня лосс 5000, еще и один FPS, это вот конечно вот так будет. Сейчас. Бача-то подразобрать. То есть видел, я проехал за тебя по крыше, и у тебя хпшка не отнялась. Что ты тихо? Не, вроде как бы, шаришь, вроде как бы дают много денег, да? А вроде как-то их и нет. Значит, вроде как-то их и нет, это жизнь. Не пойму, что это за вода такая? Я сейчас взял в руку кисель. Я посмотрел, и ты говоришь, что это за вода какая-то странная. Я взял минералку, шаришь. И она какая-то не сильно газированная, шаришь. В этом МК-2801 дерзи. Борги по таране. Да ладно. Там еще газ будет? Да.
Потом чел в слоу-мо уже играет, честно говоря. А, я так потел, думаю, тиммейты, молодцы, давайте, помогайте, блядь. Мне даже никакой знак классности. У меня 1700 под жопом. 2358 урона, 1 килл, 25 тысяч. Ну вот это 1700, это у меня за хитапа. 444 урона, там. Понятно. Да, чуть за золото не ускохил обучение. Я бы вообще охуел. Да? Я охуеваю. Don't cry for the armor! Спасибо. Ебать, там просто Рейдер улетел. Нож говорил, жниз хелпаните. Или низ хелпать, я. Точно. Слушай, мы на разных каналах, что ли? Почему я не вижу то, что пишут у тебя? На разных планетах. Симулятор. Планета? Подвинь, 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 подвинь. Не-не-не, я бы пошутил. Подвинь, подвинь, блядь. Она, правда, такая плоская, я здесь смотрю. А это от Т-95 запчасти. Да, 140 миллиметров, ты хера. А тиммейт у нас тупой, блядь. Антизакрытка. Он лоб не пробивает, да, не пробивает лоб. Слушай, это 95 как-то помощнее выглядит, чем вот эта залупа. Согласен. Он и по залупе хуя ему там приехали. Подпасада, чел, блин. Вот, значит, когда у танка остается шотное хп, допустим, что, ну там, блин, условное, какое-то 10% от общего хп. Чтобы его не убивало, типа, было бы прикольно. Ну, типа, какой-то определенный шанс, что у тебя один патрон не убьет. Первый. Он как-нибудь пролетит там мимо, я не знаю, они там его сдуют нахуй. Не, мне лучше, знаешь, какой? Давай, короче, не 5 навыков, да? Для каждого типа техники, как сейчас. А по 7 навыков. И добавить, типа, к каждому левелу по 2 новых навыка, типа. Знаешь, какой-нибудь натяж. Ой, не натяж, а это. На ЛТшные танки, шаришь? Танки. ЛТ-шные тянки, да, добавить навык, чтобы типа с каким-то шансом там типа по 2% каждый левел прибавляет, это сколько? 14%, да? Чтобы с 14% шансом, когда у тебя остается ваншотная хпшка, тебя не пробили. Типа какой-нибудь навык, господи, спаси. Вот, слышишь, ты сейчас просто мою жизнь прочитал, у меня тут КВ-2 просто. Вот, блядь, мне навык, господи, спаси, сейчас вообще не понимаю. Он еще и забустан. Я бы, господи, спаси до 7-го вкачал на самом деле. Я убежу! Саша, у меня все оторвалось, но я жив.